Давайте сегодня покажу, как на ужин приготовить такой мясной пирог для всей вашей семьи. Для теста соединяем кефир, соду, соль, одно яйцо. Перемешиваем, добавляем муку, сливочное масло. Замешиваем мягкое тесто, которое не липнет к рукам, и убираем в пакет на полчаса. Для начинки смешиваем фарш, картофель, лук. Засыпаем соль, черный и красный перец и хорошо перемешиваем. Отдохнувшее тесто делим на две части. Раскатываем, выкладываем в середину начинку, добавляем сливочное масло. Затем накрываем вторым тестом сверху и залепляем края. Смазываем яйцом, посыпаем кунжутом и отправляем запекаться 1 час при 180 градусов. И вы только посмотрите, какой красивый и очень вкусный пирог получается. Обязательно попробуйте приготовить.